По-моему, они выиграли у Янкис Бруклин. По-моему, они выиграли у этого. Вот эти, когда мы в Торонто были раньше, Янки как раз. Казимир. Ты моя хорошая. Запомните, в каждом крутом номере посередине должен стоять холодильник. Сейф и сейф. Нет, это микроволновка. Андрюха, Андрюха, Муха думал, что это сейф у меня стоит. Это сейф. Это прибор. Ворк. Ворк. Он взорвется и придется кивать ко мне. Америка, это US Air Force. Весь мир под угрозой авианосцев Америки. Мариот. Мариот 5 звезд. Вашингтон столица. А это два полотенца и два ведра, потому что капает вода с потолка. Восьмого мы летим. Летим из Вашингтона. Вот такой вид из окна открывается. Я уже снимал буквально через час в Чикаго. Вот такой у меня номер. Обычный стандарт. И, в общем-то, буду выходить уже. Это остатки роскоши. Такая банка с соком. Оставил мелочь, чтобы не тащить с собой. Это вот мои вещи. Ну, собственно говоря, время выходить. Вот в отеле Мариот, например, не работает лифт. И я спускаюсь вместе с другими вниз. Вчера тут в коридоре 14 метров крыша протекла. Сегодня не работает лифт. Просто сказка. Как мы будем забирать вещи, я себе слабо представляю. Я живу на 13-м этаже. Closed? В отеле какой-то коллапс происходит. Не работают лифты. Орёт пожарная сигнализация. В общем, полный бред. А теперь с 1 на 13, а потом назад. Ну, это Кола. Кола. Да, круто. А есть там еще арки? Есть, да, есть. Целый пакет, давай. Два. Еще с измразью. Якобы диетическая, да, еще с измразью. Совершенно невыносимая духота. В городе Вашингтон. Летим в Чикаго. Ждем. Юля регистрирует багаж. И мы ждем момента. 4-й терминал. Терминал Б, кстати. Такой вот. Разминаются перед полетом. Молодцы. Валик делает зарядку. Он качает большой палец. Покажи, как ты это делаешь. Ух ты. Это серьезное упражнение, да? Денис не делает зарядку. Я попадел. Ты поделал зарядку утром сегодня? Угу. Поделал. Зарядка называлась омлетный пунш. Как? Омлетный пунш. Круто. Вот тоже любят, которые там вдалеке видны. Зарядочные. Игра «Угадай чемодан». Это Валика сумка с пластинками. Это Валика рюкзак. Это Игоря. Это, наверное, тоже Игоря. Зеленый военный куфр, похожий на снайперскую винтовку. Это Паши клавиши. Это вторая клавиша. Это не знаю, чьи вещи. А, это чей куфр?
бас-гитара моя. Это твоя бас-гитара. Это мухи более потрепанные. Сумка Хлывнюка, Юлины сумки, еще одна сумка Хлывнюка, мой рюкзак, мой чемодан, Дэна сумка с дропмодовской наклейкой, веселенькая сумка мухи и еще одна гитара. Шмак? А ну скажи что-то на хорватском. Анаркис нас мурдгот шмак. Я лонлей туда. Лоромера, все, шкасно? Я за. Давайте на греческом. Ну ладно, давай на нашем тогда. Про шмек и мрек. Шмек стоял капитальный. Именно так. У нее шмек был капитальный. Я здесь захожу. О, ворк идет. Осторожно, он идет. Мистер Ворк. Смотри, человек гиббон. Саня, берись, он крадется. Это штука душит. Это знаменитый американский душитель. Синий душитель. Нет, это такой ошейник, который... Который не позволяет уклониться никуда. Ну, пультик такой, знаешь, Чикаго прилетели. Чикаго. Чикаго. Ого! А тут свежо. Дэн спалился. А, это мухин цвет, смотри. Прибор не забудь, да, конечно. Спасибо большое. Да ну, мне-то за что, братан? Их шайзо! Ай-яй-яй, найн! Гостиницу «Конгресс». Это твой и Пашин. Но ты с кем живешь? С Денисом у вас вы живете? Значит, твой и Денис. Вот. У них комьюнити. Это круто. Это же круто. Много меня. Много. 783 номер. О, какая лестница. Паулцу. О, 783. Это что, вниз, что ли? Не понимаю. Ну, такая гостиница, конечно, очень странная. Она огромная. Очень старая. Просто как... Вот это кондиционер. Вы такое видели? Такое впечатление, что я вернулся на 50 лет назад. Больше всего гостишка напоминает какую-то ожившую иллюстрацию из фильма «Четыре комнаты». Все такое очень простое, подкоцанное. Ну, это реально крайне, конечно, смешно. Мне кажется, в таких гостиницах должны умирать рок-звезды. Такие уже вышедшие в тираж. Комната. Гостишка, конечно, ребята, я вам скажу. Обнять и плакать. Вот правда. Просто обнять и плакать. Вот мы в Чикаго. Конгресс Плаза. Ты мне скажи, что он похож на отель из четырех комнат.
такие. Да, очень похож. Нужны стареющие проститутки, вышедшие в тираж рок-звезды, какие-то безумные старички. Невероятно. И мне кажется, что все это здесь есть. Не так, а у тебя телефон работает? Да. Набери Муху тогда и Дэна, они тоже хотели идти. Он написал, что спускается. А Чикаго мне как-то сразу понравилось. Пойдем перекусить. Попытаемся найти место, где можем перекусить. И нас все время преследует красный Феррари. Дэн, это тот же самый или это другой уже? Дэн? Да. Тот же самый или другой? Да, это тот же парень. Красный. Там куда? Первого знаю. Да, хороший. Красивый. А зачем нам прямо туда? Там есть скопление всяких вкусов. А там нету? А я не знаю. Я космос написал из-за Сенсы влево. Вот это Панда. Панда Экспресс есть. Да, ну, вот Панда Экспресс. Эпик Бургер. Нара Бред. Супы есть там? Да. Здесь. Не, не, ты меня прости, суп. Вкусный, горячий суп. Есть. Горящий. Ну, только не китайский. Зашли поесть. Мексиканское кафе. Чиполет, да, называется? Чиполино. Сложно говорить. Известная сеть. Бушка просто пьет табаско. Вкусно тебе, Артем? Очень вкусно. Разжигает. Сколько получилось за блюдо? $11. У меня получилось за все 6 копейками. Здесь бобы, курица, какой-то огненный соус, рис, чипсы, гукамоле. 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 Временно закрыт сам. Смотри, сам. Вот самое интересное, сразу понятно, что ты, в принципе, в Чикаго. Знаки такого характера. Да. Действительно интересно. Я не обращал внимания, скорее всего. Но я первый раз вижу за всю нашу поездку. Да. Я так понимаю, вот здесь сейчас наш Кирилл. Это что? Это арт-институт Чикаго. Вот такая вот история. Вот Дэн с увлечением снимает каменные джунгли. Но увидели эти фонтаны и решили подойти посмотреть. Это Миллениум Парк, одна из достопримечательностей города. Вот такой вот он. Дэн! Вот тут, видишь, Боинг-галерея и TNT-плаза, театр. Здесь. То есть мы можем пройти через парк. Мне кажется, вот здесь будет интересно. И я думаю, что это будет неплохо. Ну вот и идем. Вот начало маршрута. Ночью это же все явно светится, это видишь? Вижу, да, да, вижу, конечно. Очень. Ты поснимаешь? Они, видишь, они очень интересно, видно, спроектированы, установлены. Они плоские, наверное. Они плоские, да. А когда ты под определенным углом смотришь? Афроамериканцы, да? Вот. Вот круто. Да, это что-то удивительное. Надо обязательно. Это удивительный, совершенно
изумительный эффект. Под определенным углом ты видишь объемную картинку, а на самом деле это плоские структуры. Вот мы дошли до такой капли огромной, это Cloud Gate. Кирилл о ней что-то говорил сегодня об авторе, но я, к сожалению, не помню. Очень интересное зрелище. Cloud Gate называется. Cloud Gate, если я правильно запомнил. Ну и где мы тут? Два хмыря где? А? Не, а нас видно, не видно? Видишь по сигнальной ключи. Надо еще ближе. А вот мы. Вот мы, вот я, вот Дэн. Сумасшедшее сооружение, которое является концертным залом. Сейчас мы ближе подойдем и все просмотрим. Ну да. Такой, как у нас в Мариинском парке. Большая штука, учитывая, что это только сидячие места и поле, которое, я так понимаю, может, на него могут что-то настилаться, да, и там явно как фан-зона. Интересно. Интересно, насколько здесь хороший звук. Потому что вот задник сцены решен стекло. Выглядит, конечно, впечатляюще, но вот да. Давайте действительно, давай покажем. Тут все точечно, по всему полю рассредоточено, прям на небольшие сектора. Это, конечно, каждые 20 квадратных метров или 30 есть. Да. Несколько мониторов. Да, именно так. Публичная библиотека Чикаго. Oh yes. Кадр из фильма, оживший кадр из фильма. Да? Очень круто. Вот едут полицейские, смотрят. Есть такое впечатление, что сейчас какая-то разборка начнется, как в каком-нибудь там, не знаю, в фильме «Цвета» или что-то в этом духе. Вот, ребята, на велосипеде с сиреной, местные полицейские. Вот. Экипированы ребята здорово. И все умнеет. Вон, смотрите, как лихо вскочил и поехал. Это башня Форнелли. Я так понимаю, что здесь сконцентрированы раньше были, а может и сейчас, разные радиостанции. Если я правильно понимаю, БДР, не знаю, что это такое. Это кафе. Вот, пойдем куда-то туда. Туда? Вот так. Я хочу понять.
подходим к башне Трампа. Все ближе и ближе и ближе. Совсем скоро мы поедем на чек, пока с Дэном зашли в Starbucks, взяли кофе. Я небольшой вообще любитель кофе, но, к сожалению, в Америке чая нет вообще. То есть он как бы есть, и его на самом деле нет. И поэтому вот это мокко карамель medium size стоит около $6. А ты что пьешь? А это просто какая-то черная вода с молоком. Невкусно? Ну, да. Не очень? Ты же говоришь, что тебе нравится Starbucks. Нравится, но это одно, ну, как бы, одно из тех мест, где хотя бы можно попить кофе, а не купить. Черная вода. А что ты добавлял-то в черная вода? Добавлял сюда просто сливки, сахар и все. Я понял, чтобы подсластить пилюлю, короче. Чтобы сладенько было. Мы сейчас не решили, пойдем ли мы в гостиницу или чуть посидим, потому что мы заказали музыкантам, ну, бумбокса, разумеется, музыкантам, кепки, я не знаю, насколько кому понравится. Здесь нет кириллицы, нет, понятно, нашего ритма, поэтому надписи будут на кепках на английском. У кого-то бумбокс, у кого-то бумбокс фэмили. Саша сделали, по-моему, самую смешную шуточную кепку такую. Best drama написали ему. Ну, то есть не драмера, а именно драма. На таком жестком сленге. Но, надеюсь, Сашка наш оценит. Ну и ребята тоже. Не понравится, будет, по крайней мере, такой привет из Чикаго. Буду понравится. Да, да, понравится, будут носить. К 7 вот мы должны прийти и их забрать, эти кепки. Надо было, кстати, взять телефон. У них? Да. Они нас ждут, они без нас не закроются. Мы их испугали, что мы сегодня уезжаем, деньги заплачены. Ну, на самом деле, мы действительно сегодня уезжаем, потому что вряд ли даже в 5 утра кто-то выйдет. А сидим возле большой головы. Да, плоская. Знаменитая большая плоская голова. Там еще штуки 3. Скульптура у этого чувака. В Дубаре мы с Дэном тут попили. А они себе купаются, просто схватились друг за друга и полезли. Мокрые и счастливые. Так что это, конечно... Так что мы идем в гостишку или как? Да, хорошо. Or don't be a girl who's dating me and gets too close, because that will make Магазин крошечных музыкальных инструментов. О, а это какая-то игра. Видишь, магазин рекламирует игру. Нотр-Дам, ирландцы, что-то такое там. Слушай, ну тут вот тоже... Я вижу, что все взрослые надо стрелять. Ну, наверное, вот так показывают, что, ребята, мы не поддерживаем разгул насилия. Стоянка для велосипедов. Вот мы были в магазине Лиц. Это магазин всяких кепок и шляп. Решили сделать с Дэном, пацанам, сюрприз. Вот такая кепка бумбокс для Мухи. Бумбокс фэмили для Паши. Бумбокс фэмили, их две, одна, наверное, для меня. Вот Андрею Владимировичу сделали. Черным на черном. Бумбокс Киев. По-моему, очень стильно получилось. Просто отлично. И Саша, самую веселую из всех. Best drama. То, о чем мы говорили. Ну, не знаю, очень круто. Best drama Киев, кстати. Вот. Киев. Круто. По-моему, круто очень. Ну что, камон. Наверное. Такая гримерка. У нас в Чикаго. А? Чего не Чикаго? Чикаго. В Чикаго я говорю. А как я сказал?
А, я уже просто, знаешь, под вечер начинаешь Они говорят не Чикаго, а Чикаго. Чикаго?